Выпускники «Фабрики звезд» не раз представляли нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение». На них мы еще посмотрим чуть позже. А вот Екатерина Шемякина пришла на проект, уже имея за плечами опыт участия в этом песенном конкурсе. Она была на бэк-вокале в 2002 году у группы «Премьер-министр». Поэтому неудивительно, что Катя на «Фабрике» чувствовала себя достаточно уверенно, спокойно и профессионально. А ее дуэт с Валерием Меладзе стал настоящим украшением первого сезона проекта. Итак, давайте вспомним, как это было красиво. Первый день весны на краешке земли нечаянно мы встретились с тобой. Падал белый снег, и розы не цвели, но к нам пришла весенняя любовь. Она была отчаянно красива. Сердце мое.
сердце мое.